вечер, Blue Troll! Спасибо, Blueberry Muffins, for starting our set with a bang tonight. Our next guest is our favorite, Марина Саркисова! Здравствуйте, дорогие друзья! Но пока на нас не обращайте внимания, мы еще тут долго будем в течение аж 4 минут устанавливать все вот это. Но чтобы вам создать правильный рапорт, я прочитаю стишок «Пирожок про осень». Пора пинать сухие листья, гуляя в парке не спеша, читать Онегина соплями шурша. Ну да, все будет новое. Здесь все такое. Уезжает. Раз. Подвинуть надо. И я бы предпочла что-то сюда поставить, чтобы не делать в поклоне, не кланяться сильно. А вот это вот. Сейчас все подключается. Если вы живые, подайте признаки какие-то жизни. Да, можно, да. Может что-то ручками помахать, ножками поболтать. А у меня все время уезжает. Вот он так делает. Раз и вниз. И я с ним вместе ныряю. Бум. Вот так. Так ему надо? Раз. Вот так. Октябрь, пора капусту квасить, я квашу вместе с Натали. А до капусты руки так и не дошли. Проверка бдительности. Все. Музыканты ушли, я буду наиграть. Ну, вроде так. Вроде нормально. Давай, Мария, я пока сделаю объявление. Или вы уже? Практически. Я не очень вижу спиной, но не важно. Да? Да. Первая песня у нас будет «Авиарежим». Я в этом сете мы исполним песни Арбениной и Земфиры и Дырки на Вене. В общем, такой ожидается странный сет. Я бы еще подстроила. Когда музыканты будут готовы, они мне как-то там пошевелят ушами, носами, не знаю.
Все. Я готова быть. У нас со сцены практически не сходят эти замечательные люди. Они такие талисманы, слета. Вот Виталик там сидит, Аглаев. Вон он при параде нарядился в красную рубашечку для кантри-сета. А вот Леня Томильчик. Очень приятно, Леня. Твоя киви-шапочка просто талисман. Андрей Хмелевский вот копается там где-то глубоко внизу. Но он с нами. Мы надеемся, что он скоро закончит. И Андрюша Матвин, большое спасибо, что вы здесь. А можно мне гитару немножко больше? Я включаю. Вроде зелененький горит. Что такая противная? Ребят, я себя слышу хорошо, микрофона даже много. Мне бы гитару. И ревера на нее. Микрофон очень красивый. Прям заслушалась сама себя. Да, еще вот можно чуть-чуть ее раскрасить акварелью так. Ждет второго гитариста. Я читаю стишок «Пирожок». Можно? Семен собрался за грибами. Принес корзину, компас, нож. Медведь собрался за Семеном. Грибы расставил, лег в кусты. Олег, а что такое осень? Спросил Шевчук. И сел включить свой диктофон и незаметно аккорды начал подбирать. Ну вот мы все, кажется здесь. Саша, какой ты многоярусный сегодня. Был вчера многогалстучный, а сегодня ты многоярусный. Ну да. Ну все, наверное, можно... Да. Андрюш, ты как? Готов? Я не могу снова.
это была Диана Арбенина. Песня называлась «Эли режим». Следующая. Поговори со мной, Ольга. Земфира, минус 140.
спасибо. Земфира номер 3. Аривидерчи. Прости меня потом. Следующая песенка Вени Дыркина, называется она «Все будет хорошо». Раз, два, раз, два, три, четыре. Все среду молодой.
дорогу перешел, а это значит, что еще все будет хорошо. Все падают, эх, любовь, а я все желания задумал заранее, потому что родная примета, чува дорогу перешел, а мне без звездочки ракета, в кармане белый порошок, чува приша, чува приша, дорогу перешел, а это значит, что еще все. Называется она «Мысли наркомана». Я прошу, у нас нет рыбы. Что будет? Все будет. Звук. У кого? У меня? Ну что же. Врывается в поле вот синего с разгоном. В зубах сигара и виски содовой. В кармане шипят трех рублей 2 миллиона. Моя подруга по южной солнце. Ее распущенные волосы треплет ветер. Наш друг кальмары и чинзана в шумном баре. И номер люкс в национале Занзибар. Чем самым Виталий Каблаев и Марина Саркисова. Спасибо большое. Марина!